Мы приехали в старый город. Здесь очень красиво. Магазинчики там всякие. Тут большая мечеть, горы. Очень прикольно. Выглядит местная мечеть, это вход. Здесь всякие баночки, ловцы снов, тарелочки, сумочки. Так она выглядит со стороны. Мечеть очень большая. Насколько я знаю, сейчас она функционирует исключительно в качестве музея. Вроде бы сейчас здесь не приходят местные, не поклоняются, но она есть, и на нее можно вот так вот посмотреть. Можно зайти вовнутрь, но я думаю, мы не будем вовнутрь заходить, да? Думаю, нет. Это отдельный вход, насколько я слышу, там есть какие-то молитвы, там вот со стороны слышно. Значит, она все-таки функционирует. Но мы в любом случае заходить не будем, посмотрим вот так со стороны. И вам тоже покажем со стороны, очень красиво. Ага, да, вот женщинам можно заходить только в хиджабе и в юбке. Угу. В Египте, в Турции вас наверняка удивят надписи на русском языке, но практически везде вот так вот написано по-русски. И они очень любят вот это вот VIP, все лакшери, все супер, very good. Заходишь, там шляпа какая-то. А, ну и вот, конечно же, брендовые магазины, якобы брендовые, просто жесткие подделки. Вон, все, что там есть? Все, что хочешь. Ядрить вот это ремень. Короче, всякая чепушня поддельная. Колечки. Только подделка. А так ничего. Кофе понюхала. Да, офигенно пахнет. Давай такой брать. Да. Мы уже тут на самом деле нанюхали, не уже потерялись. Тут все очень вкусно пахнет. Вообще офигенно. Слушай, я его маме возьму. А? Но финиковый чай вообще разрыв. Сердечко. Да. Посмотрите, какие они густые, прям масляные. Да, я прям его приметила сразу. Такой теплый, знаешь. Ну и... давай возьмем, попользуемся, посмотрим. Новый тренд, продают вот такие вот цветы, губки, розы. Их кладут в аквариум. Такой. И в этом аквариуме они вот так вот раскрываются. Красиво. Здрасте. Специи все подряд. Здесь просто море всяких специй. Есть даже вот такая специя. Не знаю, как она работает, не интересовалась. Но прям всякая перец разного. Смотрите, белый, красный, черный. Я прям люблю всякие такие штучки. Чаи я вообще обожаю. А вот так выглядит Виагра местная. Да, да. Прямо много, перед часом работаю. Это же какая-то какашка. Ну, не какашка. Нет? Нет. Это Виагра натуральная. А, офигеть. Почему брать? Вот это. Не, спасибо. Почему? Зачем мне? Мне не надо. Потрясающий маркетинг. Это чай вообще. То есть вот такой вот чай. А выглядит, ну, сами понимаете.